Вот знаете, я, конечно же, все понимаю, но я не понимаю одну вещь. Почему Чпуньк забрал у меня очко? Ну я же не читерил, ничего не делал. Ну вообще, серьезно, ну почему я с сегодняшней серии играю вообще без очка? Это не я, это меня все это подставил. Я тоже не понимаю, почему мне этот Чпуньк забрал очко? Почему? Я геометрию, что ли, это плохо учу? Вроде у меня одни пятерки, вообще не знаю почему. Я вообще проснулась посреди ночи, у меня температура, я смотрю, а у меня очка нет. Что это такое? Я вообще не понимаю, а где мое очко? Вообще, друзья, тиран Чпуньк совсем оборзел. Как вы видите, сегодня мы даже играем без него, потому что он до начала этой серии забрал у всех очко. То есть сейчас не только я без очка играю, а все, кто находится в этой комнате, даже бедная вот эта акуленок Вика, которая присоединилась к нам только в предыдущей серии. Подписчики в комментариях давно мне пишут, то, что Чпунька пора забанить, потому что он что-то много о себе возомнил. Я думаю, то, что это, в принципе, правильное решение. Я вам все же предлагаю сегодняшнюю серию поиграть без него и посмотрим. А вообще, а лучше нам без него играть или нет? Если лучше, тогда получается то, что со следующей серии Чпуньк с нами больше не играет. Он просто получит бан, но только после того, как всем нам вернет наше общее очко. Все со мной согласны? Да, 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 давай, Чпунька, нафиг его, свергнуть власть. Ура! Долой вашего Чпунька. Все, картошка, хватит плакать. Все, в следующей серии у тебя обязательно будет очко, я тебе обещаю. А у нас пока первый раунд. Это очень даже хорошо, то, что я не предатель. А почему? Ты меня спросишь. А потому что на предыдущем моем стриме я обнаружил новый, как я его назвал, метод исключения. Вот этот человек, который прямо сейчас выполняет задание, он уже 100% не предатель, потому что предатели так долго задания выполнять не могут. Это Ася, которая патриотка России, у него даже скин такой. Она 100% не убийца. На прошлом стриме меня наркоманы Петровичи просто полностью возненавидели, потому что они сказали, то, что этот метод исключения это настоящее читерство. А я сказал, что это нифига не читерство, это настоящий детективизм, или как эта фигня там называется. Вот, Карась тоже не убийца, потому что Карась долго выполнял задание. И метод исключения у нас работает так, то что уже я не убийца, Ася не убийца, Карась не убийца. То есть у нас остается еще 7 человек, которых надо проверить как можно скорее. Здесь у нас бежит Картошечка. Если Картошечка сейчас выполнит какое-то задание, и я это замечу, тогда получается то, что Картошка тоже не убийца. Давай, давай, Картошечка, я же от тебя не отвяжусь, ты это знаешь. Пока я не увижу то, что Картошка не выполнит задание, я с хвоста ее не слезу. Мия что-то за карасем бегает, а Картошка все задания просто оббегает и даже ничего выполнять не хочет. А вот эта Картошка, где ты, кстати? Опа! Опа! Та-т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 а. Чё-то она какая-то собака-подозревака. Давным-давно бы уже выполнила задание, я бы давным-давно от нее бы уже отвязался. Первое подозрение на Картошку про пердошку. Передо мной валяется трупачела. Фиг его честно знает, кто это был, потому... Вика! Вика выполняет задание, и вроде как я вижу, она долго его выполняет, поэтому она тоже 100% не убийца, и в принципе сейчас уже можно репортить труп. Короче, слушаем сюда. Что я вам могу сказать?
Ася 100% не убийца, и это я могу сказать точно. Карась, который вроде вот там стоит, тоже 100% не убийца. Вика не убийца, и я не убийца. Методом исключения мы смотрим на то, что у нас остается Отомчик, Херейт, Картошка, пропердошка, которая очень подозрительна, и Мия. Смотри, это 100% не Мия, потому что она при мне проходила сканирование. А, ну вот, еще и минус Мия получается, то есть Картошка, Херейт или Отомчик. Да ты меня уже так задрал с этим методом исключения, честно, что вот что на стриме, что сейчас, вот почему это вот так вот, а? А чё ты это так, это забоялся, а, сразу такой запаниковал? Я предлагаю, ну ладно, хорошо, давайте пропустим этот раунд и посмотрим, что будет в следующем. Ну хорошо, побежал Херейдушка, мне осталось проверить тогда только Отомчика. Если Отомчик не убийца, тогда моя теория вот этого вероятности 100% верна. Получится то, что убийца Картошка и Херейд... Нет, Картошка, сдрысьте отсюда, я к ней даже подходить не могу. Давай, выполняй задание. Я тебя прикрываю, Отомчик, давай, выполняй. Ты что, уже выполнил, что ли, так быстро? Отомчик не предатель! Ну все, Херейт, чао, бомбино! Крыса ты серая, Херейт, вот честно, тебе даже не стыдно, а? Да что ты вычислил? Да ты что, совсем детектив, что ли? Я не убийца. Все люди в этой комнате, кроме Картошки и кроме тебя, Херейт, выполняли задание. И вы только посмотрите, Асю кокнули, Мию кокнули. То есть уже минус 2 члена экипажа. Херейдушка, это иди полетай в открытом космосе, хорошо? Да ты совсем уже, ну так же неинтересно играет, у Йоко Ламане. А следующая у нас на очереди Картошечка. А куда ты побежала эта такая, а? Подходи сюда, подходи. Кроме тебя здесь больше никого нет, кто убийца. А чё, и дверь закрыла. И ты ж понимаешь, что я в любую секунду сейчас кнопку нажму, и тебе пердос, попадос, Картошка. Лучше сама сдайся, я тебе честно говорю. Картошка, нажми сама на эту кнопку. Нажми сама на эту кнопку. Так, пацаны, вот это, бегаем по кругу, пока Картошка сама не сдастся. Картошка. Ну что, Картошечка, а? Да ну так нечестно играть, серьезно. Что на стриме, что сейчас? Что это такое? Я не буду больше играть с тобой в Among. Вы что разпердохались-то здесь? Я не могу понять. Я видел всех остальных. Ты убийца. Все, вот это, голосуй за нее, Отомчик и Карась. Это Картошка. Разревелась, как корова здесь, Картошка, честное слово. Да ну себе. Вот, это не я, и корова не моя, да, Картошка, да, Херейт, ага, не вы, я так и знал. Ты вообще козел. Тебе чё, бан прописать, что ли? Я не могу понять, Картошка, я у Чпунька попрошу, он тебе никогда в жизни больше очко не вернет. Ну чё? Все готовы? Ну тогда попёрли. Второй раунд. Этого момента я ждал всю свою жизнь. А почему? А потому что я с каждой новой серии Among Us удивляюсь своим подписчикам все больше и больше, я честно говорю. Карась, ты адекватный, просто почти у меня на глазах. Сваливаем отсюда, пока сюда никто не притопал, господи, ну чё ж ты так делаешь, Карась, ты сейчас весь мой план вот это испортишь. Учитывая то, что я под каждым своим видосом читаю все комментарии подписчиков, я чаще всего офигеваю от того, что вы, ребята, там пишете. Один подписчик мне написал такой нереальный способ читерства,
то что я в него даже не поверил с самого начала. А вот ты как раз таки, Хередик, мне сейчас и понадобишься для того, чтобы работал этот способ. Давай, 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 вот сюда подойди, вот сюда ко мне, подходи, подходи, я тебе сейчас кое-что покажу, не бойся, я тебя даже убивать не буду. Вот, залезай вот туда, залезай вот туда, стой на месте и... Топа! Все, это просто такой приколдес, который мне показала картошка в предыдущей серии Among Us. А я сейчас захожу вот в этот шалкер-ящик, который что-то делает вот здесь. Я вот сам не знал то, что здесь находится шалкер-ящик. Но вот один подписчик в комментариях сказал то, что кнопку убийства из своего вот этого панели доступа можно переместить вот так вот в шалкер ящик. И все. И сейчас убиваем нашего главного свидетеля, который единственный видел то, что я заходил в этот шалкер ящик, и делаем следующее. Мне надо вам в кое-чем признаться, ребята. Я предатель. Кикайте меня, я признаюсь прямо сейчас. Я убил Херейда и убил еще кого-то возле электричества, кто выполнял задание. Я просто признаюсь. Это ты чего, с ума сошел? Что ты делаешь? Я предатель! Кикайте меня, голосуйте за меня, картошка, голосуй за меня. Я знаю то, что ты меня ненавидишь. Голосуй прямо сейчас! Ну, ты, конечно, дурак, но я с удовольствием за тебя проголосую. Вот и все, все с удовольствием голосуем за меня. Давайте! А вот сейчас пришло время веселья, потому что я сейчас вернусь оттуда, куда я положил кнопку убийства. То есть вот в этот вот шалкер ящик, который просто вот так открывается, я просто беру вот так кнопку убийства. Я хоть как бы и привидение получается, но людей убивать я вроде как смогу. И это настолько просто жесткий чит, то что я просто не понимаю, откуда подписчики... Вот бежала Ксюха и больше не бежит. Ага, все. Я не понимаю, откуда, правда, ребята, как вы к этому додумываетесь? Я бы в жизни к этому никогда не догадался. То, что я просто за призрака. Бежал атомчик! И больше тоже не бежит! Вот картошка здесь пробежала. Картошка, наверное, труп не увидела, потому что свет выключен. Как хорошо и вовремя я запердохал атомчиком. А сейчас у нас... А, ну вот бежит картошечка. Ну, я даже кокать не буду. Мне просто очень интересно, что она сейчас расскажет всем остальным. А, ну короче, я шла, потом пришла обратно, увидела труп. Там никого не было, я посмотрела на труп, но и зарепортила. А мы с Викой все время в одной комнате были, мы вообще никого не видели. А я вот чинил саботаж реактора, и Мия видела меня. Да, я видела его, я была рядом с ним, он это все чинил. Ну, тогда пропускаем. Да, это хорошо, но я вот только сейчас понял то, что при каждом вызове вот этого собеседования у меня пропадает кнопка убийства. Поэтому мне сейчас опять нужно вернуться вот туда, где я попрятал кнопки. Как хорошо то, что я сразу три там спрятал. Забираем еще одну. Картошечка, ты делаешь ту же самую фигню, которую ты делала в предыдущей серии. Я тебе честно говорю, ты с этим лучше не балуйся, потому что раз на раз не приходится... Сегодня Люк добрый, а завтра он тебя неожиданно по башке может стукнуть и убить. Чё, не ожидала такого? Значит, я не могу допустить, чтобы кто-то зарепортил этот труп, потому что тогда у меня исчезнет вот это... Господи, кого я убил? Карась, мать моя женщина! Вы чё так пугаете, Карась? Я тебя больше до усрачки испугался, чем всех остальных! Ну, Карась, тут, конечно, мое уважение к тебе повышается. Я не думал, что ты такой профессиональный предатель. Ты как-то всех быстро, как орешек, так
пощелкал. Не то, что вот этот вот лох, он сам слился, походу, испугался. Да, да, я просто как-то разучился немного играть за предателя. Я сразу посчитал то, что лучше вот это сдаться. А ты, Карась, огромный молодец, ты прям затащил всю игру. Если бы не ты, тогда мы бы с Карась с тобой проиграли. Вот 100%. Да, давайте тогда дальше. Вот это третий раунд. Мое задание в самом начале, я его выполняю, сундук заперт, чтобы все увидели то, что я не предатель. Берем рычаг, ставим вот сюда, открываем и нажимаем на еще один рычаг. Все, проверяйте, блядь, все проверяйте, чтобы потом не сказали то, что я предатель. Все, вот, задание выполнилось, значит, я не предатель. Отлично. А сейчас я покажу тебе еще один чит, который еще в 20 раз жестче того, который был в предыдущем раунде. У меня же там еще одна кнопочка убийства осталась. Я тебе говорю, вот ты сейчас не поверишь, вот ты сейчас просто не поверишь, что произойдет. Я просто подхожу, просто открываю этот шалкер-ящик и просто забираю вот эту кнопку убийства себе в инвентарь. А сейчас самое главное, что осталось сделать, это просто выйти из этого ящика ядрён. Я убийца! Ксюха убийца! И Оторчик убийца только потому, что я из этого ящика взял кнопку килла! И у меня даже саботажи вот эти все появились! Я просто могу их выключать! Да как это работает, да я не могу понять! А задание? И задание даже могу выполнять как убийца! Обосраться и не встать — это то, что я могу сказать. Вот сейчас кто-то придет сюда ремонтировать вот этот свет. Я там что, кого-то убил случайно или что, я не могу понять? Так, ну это случайно пол... Это Отомчик! Вот смотрите, в самом начале Вика, это Хрейд, еще и Картошка, вы видели то, что я выполнил задание, да? То есть я 100% получается не убийца методом исключения. Ну да, я лично проверил, он все выполнил, да, это он чист. Да, я подтверждаю, он не убийца. Ну так вот, забегаю я в электрику и вижу то, что там посередине комнаты валяется трупа чела. А Отомчик своими огромными глазками просто хлопает вот так вот на этот труп, разворачивается и убегает. Вот, Отомчик, скажи, вот что это было, а? Да я же просто углы считал и квадраты изучал, вот и все. Просто типичный Отомчик. Шел, изучал углы, споткнулся, умер, случайно другого человека убил. Ну все, это 100% Отомчик, я вам говорю, я видел, как он убил почти человека. Это он. Так Отомчик был предатель. Ядрить меня в паровоз просто! Мать, так Отомчик предателем был! Господи, я это вообще забыл! Вот я дуримон дуримондовский! Я забыл то, что Отомчик предатель! Я сейчас своего же предателя кикнул, получается! Ладно, без разницы, как бы справимся, получается, и без Отомчика. Потому что никто же сейчас не подозревает то, что убийца именно я. Все видели то, что я чист. И можно сказать то, что я снял с себя подозрения практически до самого конца этой игры. Поэтому, наконец-то, я могу вернуться к своим любименьким. Сральника, блин! Лерочка, убийца Шрек. Иди посмотри, убийца Шрек. Ага, вот видишь? Вот, все, пошли, давай. Давай, заходи в сральник. Тебе же так нравится забирать у меня мое любимое место, да? Ну вот, я об этом же. Заходи. Давай, заходи, Лерочка, заходи. Заходи, закрывай дверки, закрывай глаза. Баю-баюшки. Баю. Да тут осталось 5 заданий-то всего лишь выполнить, и все. И можно сказать то, что они победили. Но только проблема вот в чем заключается. Если бы вы нормально дуримонды задания выполняли, а не в сральнике вот здесь этом купались. Картошка, вот и плавай там. Ага, все, прохлаждайся. А я отсюда сваливаю куда-то вот в эту сторону, вырубаю свет. Там Вика!
Ну, она меня не увидела, потому что как бы свет вырублен, поэтому я ее сейчас перехвачу где-то... Вот здесь я ее перехвачу. Ксюха туда побежала, она что, Вику передохнула? Нет, не передохнула. Давай, Ксюха, у нас времени. Офигеть, как мало осталось, я тебе так скажу. Ну вот это я даже никого убивать не хотел, просто случайно кнопку нажал и кого-то опять через стенку передохнул. Чистая случайность. Хорошая игра! Затащили просто прям вот, вот ту прям затащили! Вот хорошо сыграли, да, Ксюха? Хорошо всех затащили, молодцы, молодцы. А я не поняла, а как так получилось? Мы с Отомчиком были предатели, а потом ты как-то присоединился. Это как вообще? Да я не знаю, Ксюха. Ну, карта, наверное, залагала. У нас уже было такое несколько раз, когда три предателя, да, на карте. Вот сейчас опять карта залагала. Третьего предателя добавила меня. Не-не-не, так ты же в первом раунде не был предателем. А как ты во втором стал предателем, я не понимаю. Да я говорю, карта что-то залагала, она всегда лагает. Я вот честно, я не понимаю, в первом раунде я не предатель, во втором раунде я предатель. С кем не бывает, да?